19 апреля 97 года на домашнем стадионе футбольный клуб КАМАЗ обыграл столичный «Спартак» со счетом 2-1. И вновь «Спартак» на нашем стадионе спустя 22 года. И поэтому сегодня мы ждем настоящей битвы. Конечно же, болеем за КАМАЗ, но прямо сейчас за моей спиной необычайная энергетика, атмосфера матча между КАМАЗом и «Спартаком». Поэтому смотрим футбольный матч! Если КАМАЗ – это футбольная машина, то «Спартак» – мясо. Действительно, очень большое событие для города и для горожан. Для всей молодежи, но я думаю, для людей, которые следят за КАМАЗом долгие годы, это тоже огромный праздник, что такая команда у нас сегодня здесь в таком боевом составе, кстати. Ну что ж, этот матч уже история. К сожалению, сегодня «Спартаку» повезло чуть больше, но мы не останавливаемся на этом. Мы будем верить в КАМАЗ, будем жить футболом и приходить на наш стадион, болеть за наших ребят. Вперед, КАМАЗ!